Ну и снова всем привет, я Техномакс, это игра Survive, продолжаем предыдущий уровень, там облом с вентилями оказался. Я ожидал этого дерьма, но что ж поделать, придется идти. А идти мне придется этих три вентиля включать аж вот сюда, то есть мне нужно выметаться, идти через право прямо, ну и короче, да, звездец. Это будет еще одно долгое путешествие, видимо. Я тут затарился немного оружием. Куда-то туда. А, ну я вижу надпись «Сортировочный центр». Стоит такой грёбаный шум, что я ни черта не слышу. Ну да, мне сюда, тут надпись «Сортировочный центр» на каждом углу. И, кстати, оп, аккуратно просачиваемся в комнату с запасами. А я тут был. А я тут был, и тут есть что? А что тут есть? Это от УЗИ. А УЗИ я где-то выбрасываю. Ну ладно. Раз тут ничего полезного, можно бежать дальше. Туннель, а центр куда-то сюда, да? Ну да, я примерно в правильном направлении двигаюсь. Там еще сейф-хаус где-то. А, думал, я тебя не увижу. Бояться разлагаться. А по моему тут мое оружие лежит, да? Тут не УЗИ случайно мой валяется? Нет, тут лежит эмка. Ну вот сюда мне и нужно, собственно, куда я смотрю. Мимо вот этого дятла ползающего. Я не знаю, у них тут был клуб любителей мешков на голове, что ли? Или это косплей какой-то? Так, вот патроны у меня уже, кажется, кончились. Да. Ну, попользуемся их самым. Готово. Можно беретами, конечно, попользоваться, потому что я ими пользуюсь все равно очень редко. Да это самая умная блондинка, которую я видел. У нее пули в мозгах застревают. А вот это вот была неумная блондинка. Там сейф-хаус. Ну, меня сейчас вот этот дядя пропустит. Чтобы пройти дальше. Да ёпта. Да, берет-то вообще какая-то слабая становится с глушителями. Так что я так полагаю, что глушители просто идут нафиг. Во-первых, они мешают целиться тем, что они полукруглые. Они перекрывают мне линию обзора.
Ух, как подпрыгнул. Чемпион мира по прыжкам в высоту с места среди зомбей. Ага, сортинг-центр, безопасный дом, а тут у нас баба пришла поесть. Ну, к сожалению, не получится ничего, потому что тут я. Нафиг приемник. Кстати, я холодильник не открывал. Лучше бы не открывал, там поселился Silent Hill. Все ржавое в кровище. Как вас там много, ребята, я пошел отсюда. Я не хочу с ними связываться просто так. О, безопасная комната, да. Вот, пожалуйста, сюда меня запустите, у меня как раз откроется место сохранения. А что тут есть? Блин, МП7. Но я не люблю МП7, у меня как-то не очень. Но придется взять. Что, здесь патроны на дороге не валяются, а с разрывными. Ага. Ну, раз там нет места, в рюкзаке есть место, как раз. Обычная обойма еще. Карта. Ну, я практически, да, рядом. Мне получается, нужно налево сейчас свернуть, а потом придется вернуться. Это что за помещение? А, ну да. Единственное, конечно, чем хорошего пистолет-пулемет, так это когда у него разрывные, он хотя бы урон хороший наносит. А, ты уже там. Бля. Сохранение игры, и, кстати... Он, по-моему, сейчас сказал что-то насчет того, что там стрелять нельзя. Что там все как на пороховой бочке, и взорвешься к чертовой матери, если будешь там стрелять. Что-то мне это очень сильно сейчас напомнило. А конкретно мне это напомнило Чужие, вторую часть. Где они в башню охладителя лазили. Блин, ну если там стрелять нельзя, придется пострелять тут. Блять, да сдохнешь ты или нет? Сволочь, кто тебе так долго жить-то разрешал? Ну, раз стрелять там нельзя, поиграем в самураев. А, нам тут уже предлагают. А нафиг надо, у меня с собой топор. Заходим. Ну, точнее, открываем и заходим. Как настоящий самурай. Чисто самурай, ну бля! Оса! На вас плеч! Все. Блин, ни хрена себе тут задница. Печалька в том, что я не вижу ровным счетом ни хрена. Главное не выстрелить. Поэтому я сейчас буду так ходить, чтобы не выстрелить. О, я там что-то вижу. Куда-то сюда нужно идти. Давайте, где вы там? Я вам покажу силу самурая. Я в СРН поиграл, я очень опасный тип. Давай.
О, нифига себе. Камасутра, Садамаза. И это как его, йога. Нормально. Зомби занимаются йогой. Да ладно. Печалька. Мне получается, что три вентиля нужно, что ли? Все три тащить? Бля. Бля. Похоже на то. Там не хватало трех вентилей, я точно помню. Где моя самурайская катана? Кстати, оружие здесь, к сожалению, кончается. К очень большому. Сейчас нужно еще отсюда выйти. А, ну понятно, они не это, не активны от слова совсем. Короче, это местная газовая камера была. А здесь что? А тут тоже зомби. Ну ладно, идите сюда. Блин, ну мне сейчас придется, короче, использовать лечилку. Это был второй вентиль. Мы так не договаривались. Мне нужно таскать квестовые предметы, используя при этом инвентарь. Это очень глупо, на мой взгляд. Тогда нужно было, если три предмета в инвентаре всего, то нужно было сделать тогда три предмета любых и три квестовых. Тогда было бы по-честному все. А то так нечестно получается. Да, вот он, третий вентиль. Придется делать так. Секер башка. Ну все, мне нужно отсюда выметаться. И как можно скорее. Да, вот сюда. Фух. А теперь я еще и за собой дверь закрою нахрен. Не, катана вещь хорошая. И, кстати, я находил катану здесь. Такую футуристичную. Так. Можно, кстати, попользоваться. Доломать, так сказать. До конца. Тут же оружие ближнего боя ломается. Ну, дебилизм. Сортировочный центр. Сброс воды. Ну, пойдем. Сброс воды. Блин. Я точно как какой-то туманный самурай сейчас там лазил, как ёжик туманистой катаной. Благо, что она еще не сломалась до сих пор. Это куда-то сюда. Есть вот арт-тоннель. Куда-то сюда. Блин. А мне случайно не через этот ход идти? А мне, по-моему, через отход. Бежим. О, черт. Ну, топор хотя бы есть. О, черт. Что-то еще графа подглючивают тут капитально. Хорошо, хоть топор есть пожарный. Да успокойся. Писец. Обложили.
А у меня еще здоровья нет, я еле вижу. Скотина, хватит за мной бежать. Уроды. Бля, обложили в натуре. Охереть вообще. Просто охереть. Где мои пистолетные патроны? Все что ли? Блин. У меня еще обойма есть. Жесть какая-то, а. А можно как-то что-то это... Филялочку где-нибудь взять, нет? Так. Блин, жесть какая. Ну, будем прорываться, что делать. Я сейчас сдохну нафиг, если найду филялку, а я ее должен найти. Где-то по дороге она была. По дороге в Wastewater тоннель, куда-то сюда. Жесть жестяная, блин. Вот это писец было неожиданно. Ну где хоть что-нибудь? Да, успокойтесь вы, блин, твари. О, ништяк. Дом, безопасный дом. Фух, неужели я выживу? Офигеть. Так. Нафиг. У меня здесь патроны кончились. Так, быстренько, где тут есть еще что-нибудь? Что угодно. О! Вот я сейчас полностью согласен с главным героем. И, кстати, да, тут еще эмка лежит. Вот это супер. А тут есть фонарик? Для нее нет? Ладно, сниму, если что, с основного автомата. Так, что еще сюда? Тут зомби смотрел телевизор через крышу. И больше, по-моему, ничего не было, да? Да. Все, нафиг, валим отсюда быстренько. Прям со скоростью ракеты. Куда там топать-то, блин? Сейчас налево. Потом на развилке правой стороны держаться. Понятно. Пошли. Так, стоять. Вот сюда мне. Да где он там укает? Под землей, что ли? Да, теперь куда-то сюда. Не, ну я офигею, а. Задолбали эти хпшные зомби. Мне ногу не отстрелишь, ни голову. Ура, убил. Куда-то сюда, видимо, да? Только успевай сверяться по тупой канализации назад. Куда-то сюда. Скорее всего, перейти. Ох, ё. Тут уже гости. Ну да, все верно. Мне куда-то в эту сторону. Thank you.
Я, блин, сейчас без оружия уже скоро останусь. Столько тварей в этих толстых. Ура, завалил. Куда там дальше? Блин, я уже задолбался. Сюда. Вот сюда. Ой, ёп. А тут уже, блин, опять куча встречающих. Чё же их так много вдруг стало? Ну, не иначе, как по сюжету. А может, я просто здесь не проходил, хотя вряд ли. Ну да, еще качка мне тут не хватало. А потому что я пошел не сюда совсем. А мне сюда нужно идти. Как же я это все ненавижу, все эти тоннели сраные, все эти лабиринты. Мне сюда нужно идти вроде бы, да? Да. Тоннель в эту сторону, зомби в эту сторону, все в эту сторону. Откуда они взялись, блин? Я же тут ходил. Да, вот сюда. Прямо вот сюда. Сейчас, видимо, еще и головоломка будет. Ну. Да, это работало. Выход уже очень близко. Ты почти пришел. Хотите прикол? А теперь мне нужно найти открывашку. Полученного достижения молчания ветчины. Ну да. Я думал, мне еще открывашку придется искать. Бррр, блин. Жесть какая. Вообще кошмар просто. Все, это, видимо, уже будет сейчас конец. Тут уже потом следующая серия будет называться Survive, выжить. Ну и как всегда, напоследок. Всем спасибо за внимание. Это была игра Survive. С вами был Техномарс. До новых встреч. Пока.